У меня мама с папой, они закрывались, когда у них был какой-то конфликт, они закрывались в комнате. И я знала, что у них там идет разговор. И я только слышала такое... Сначала мама что-то говорила, и я слушала мелодию речи. Я как ребенок вот возле двери стояла и слушала эту мелодию. И сначала это на какой-то повышенной ноте, потом я слышу, вроде нота опускается, и мне такое... Фу, потом папа начинает говорить. Я теперь опять я слушаю эту мелодию. Потом они открывают дверь, и я вот так вот стою. И вот я на всю жизнь запомнила. Да, я смотрю, они любят друг друга? Они услышали друг друга? Ребенок, он всегда это слушает, смотрит, и он учится. И вот когда я вижу, что родители улыбаются, мне что-то говорят, когда они просто каждый в свою комнату уходит, это очень болезненно для ребенка. Поэтому мы всегда должны понимать, что каждый из нас делает усилия над собой, потому что в конце концов есть еще те, кто от нас зависит, тотально зависит.